Гости с поднябесной у синявокой. Могилевскую область наведали представники Министерства громадской безопасности Китайской Народной Республики. Этим визитом китайское керовництво заохмутило 25 лепших представников силового ведомства за достижение у службовой деятельности. До речи, у Китая это лечится высокой узнагородой. Гости наведали мемориал «Буннинское поле» и помник бойцам батальона милиции под командованием капитана Владимирова. Там отбылась церемония складания венков и кветок. Сопрацовники областного управления внутренних справ рассказали китайским гостям про подеи, которые разгортывались тут у 41-м. Побыли гости у Копыси, малой родиме первого президента Беларуси. У Александрии наведали музей средней школы, в которой учился керовник державы. Знакомство с Республикой Беларусь лепших представников китайского правоохранного ведомства протягнется у Гомельской области.